Добрый день. Меня зовут Гасунс Марцис Юрьевич. Я кандидат филологических наук и издаю книги по санскриту с 2011 года. А буквально на днях я получил 12-ю книгу. То есть у нас номер 16-й, но на самом деле это 12-й, потому что 14-й – это Елизаренкова, а 7-й и 8-й – это мой обратный словарь. Поэтому они зреют. Вот, поэтому 12-я книга «Стеснение». Да, то есть как бы вот видно, видно «Стеснение». Обложка неровненькая. Значит, это 12-я 400-страничная книга, посвящена синтаксису. Это первая книга за долгие годы, посвященная санскритскому синтаксису. У нас достаточно книг по морфологии, по грамматике. Синтаксис обойден вниманием. И вот эта книга, репринт книги 883 года, редкость. Чтобы отсканировать, мне пришлось просить Харьковскую библиотеку найти цельный экземпляр. Первый экземпляр, который начал сканировать, оказался подмоченным. Заново начали сканировать, и со второго раза получилось превосходно. Книга издана в типографии «Наука». Это очень хорошая типография. Качество печати на высоте. Это видно даже по форзацу. Портрет на мелованной бумаге. Видите, как она отражает свет. Знак серии «Библиотека санскритика». Новое название. Синтаксис древнеиндийского языка. Это было старое название. Я изменил его на синтаксис древнеиндийского языка падежи, потому что на самом деле синтаксис огромен. Здесь нет ничего, кроме обсуждения падежей. Вот. Значит, рецензентами выступил Сыркин и Агибенин. То есть, и у нас есть гриф Института языкознания Российской Академии Наук. Книга бы не вышла, а если бы у нас не было меценатов. Среди них Лохов, Коломенский, Чумачок и Гереско. То есть у нас герои в основном одни и те же. И если бы не эти четверо, такой прекрасной книги, по той цене, что она сейчас будет, никогда бы не было. Никогда бы не было. Помимо меценатов у нас были добровольцы, которые выискивали опечатки. Опечаток оказалось не так-то много. На самом деле на 400-страничную книгу, в которой 4500 цитат, опечаток оказалось совсем немного. Тем не менее, было несколько десятков опечаток. И искали их Терентьев, Боркина, Батырова и Мордвинов. Мои верные ученики. Как всегда, нам помогал Архипов. Собственно, и сама книга. Сама книга издана хорошими черными буквами. В отличие, например, от Кнауэра, который был серый, но не по моей вине, а по вине типографии. Наука не позволяет себе такого. То есть видна хорошая, четкая, черная печать. С отсылками к панели. Ну, собственно, и вот. То есть сейчас, в 2019 году, это получается первая книга, которая вышла. К концу года, я надеюсь,
будет сдан в печать. Будет сдан в печать МНО, то есть упражнение по сандхи МНО. Это будет тоненькая книжечка. Но все же тоненькая, да непростая. Ну, собственно, и все. Спасибо всем, кто откликнулся. С каждым разом это их все меньше. И на самом деле это одни и те же люди. В основном мои ученики. Спасибо вам. Без вас я бы не мог воплотить свою мечту. Получить тираж из 1000 экземпляров. Из которых экземпляров 200 я просто раздам библиотекам, ученым и тем, кто не может позволить себе купить эту книгу. Для всех остальных она будет стоить 700 рублей. 700 рублей плюс почтовые расходы. Спасибо вам. До скорой встречи. До свидания.